Накануне ночью, вот прямо в последние минуты первого месяца года, на Широкореченской окраине Екатеринбурга жильцы колодцеобразной пятиэтажки по адресу Евгения Совкова, 46/2, были разбужены женскими криками, призывавшими на помощь и к милосердию. В это время, в начале 12-го, группа крепышей в темном штатском деловито крепила уложенного из позы собакомордой вниз молодого человека. Вскоре после того, как этот гражданин, про которого спутница, кричала, что он ничего плохого не сделал, уже без посторонней помощи лежал с руками скованными браслетами за спиной, во двор въехал официальный правоохранительный луноход, и люди в форме присоединились к тем, что в штатском. Все вместе они скрылись в подъезде номер 3. Специально для новосела в дома 46/2, которому отроду всего один годик, целый полковник полиции и начальник пресс-службы Главного управления МВД всей Острелловщины Валерий Горелых вносит ясность, цитата: «Хочу успокоить жителей Широкой речки. Никакого преступления в отношении граждан на этой улице совершено не было. Очевидцы сняли фрагмент спецоперации сыщиков уголовного розыска по задержанию женщины и мужчины, подозреваемых в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей по схеме «Ваш сын, дочь, внучка» попали в ДТП. Задержанными оказались так называемые гастролеры из Тюменской области, снимавшие в этом доме квартиру. Взяли их при выходе из подъезда. Они находятся под стражей. Оперуполномоченные уголовного розыска областного полицейского главка работают с ними в рамках уголовного дела и выясняют, какое количество пенсионеров они облапошили». Конец цитаты.